У некоторых кушеток есть такая проблема, что вот эти штуки уходят в сторону, и при надавливании прогибаются сюда и пытаются травмировать ноги, колени. Как сделать? То есть почему это происходит? Потому что один трос тянет туда, этот сюда, и это все вырывается. А сделать очень просто. Нужно просто открутить болт. Во-первых, развернуть шляпкой сюда, чтобы он не травмировал ноги и все остальные части тела. Гайка вовнутрь. Во-вторых, одеть сначала тонкий трос, потом одеть толстый трос через шайбы. И потом скрутить все это вместе, вот таким вот образом. И все получается глухая конструкция, которая при любых нагрузках никуда не уходит. И минус вот этой конструкции, что здесь еще гнется болт, что может привести при тяжелом человеке на кушетке к его поломке и, соответственно, гипотетически каким-либо травмам. Здесь, так как тросы находятся рядом, то болт гнуться уже не будет. Так что вот все достаточно просто. Почему это не сделали производители? Вопрос открытый.